срочно Юрочки не стало. Известный артист скончался. Еще одна горькая потеря в театральном мире. От коронавируса умер директор музыкального театра на Забасманной Юрий Архипов. Двухметровый, сильный жизнелюб и профи высокого класса. Но, похоже, COVID-19 не знает жалости никому. Нам стали известны подробности неожиданного ухода Юрия Архипова из жизни. Казалось бы, ничего не предвещало беды. Две недели назад Юрий Архипов вернулся с женой Жанной Тертерян из Крыма, где они отдыхали. Вскоре после возвращения он почувствовал себя неважно, попал в больницу. Отличавшийся отменным здоровьем, в прошлом мастер спорта по классической борьбе, он надеялся справиться с болезнью, тем более, что у супруги COVID-19 протекал совсем не агрессивно, а вот Юрию с каждым днем становилось все хуже. В результате две недели он провел в реанимации, перевод в другую больницу, и вот его не стало. Никто не может в это поверить. Юрий Архипов всегда был стопроцентным воплощением силы духа и жизни. Он родился в Международный день театра и считал, что это единственный верный знак своего предназначения в жизни. Любимый ученик Геннадия Дадамяна, Юрий практически с нуля начинал два московских театра. Сначала вместе со старейшей актрисой современника Людмилой Ивановой строил детский музыкальный экспромт, а уже через 10 лет другой, на Басманной, и тоже музыкальный. Казалось бы, для такого, как он, не существовало преград и слова «нет». Особенно, когда театр на Басманной лишился помещения и играть музыкальные спектакли становилось все сложнее, Юрий Архипов не рассуждал, не ныл, не обивал пороги начальственных кабинетов, дожидаясь, когда примут, а делал все возможное и невозможное, чтобы его театр работал, а значит, жил. Любая площадка становилась для него подмостками. Вывозил спектакли на гастроли по России, в ближнее и дальнее зарубежье, организовал первый фестиваль комической оперы. Действие – это его глагол, а философия, уныние – это самый большой грех. Ошибался, на ходу исправлял ошибки, делал выводы и бежал дальше. Сильный, веселый, азартный и активный. Что теперь будет с театром на Басманной, трудно предположить. Ведь на нем буквально держалось все – планирование, экономика, экстрим, творчество его супруги, которую он преданно и беззаветно любил. Сейчас театр в полном оцепенении. Даже не назначен еще день похорон. Супруга сама только что вышла из больницы, и как теперь будет жить и работать без своего Юры, страшно представить. Искренние глубокие соболезнования. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.